Делегация Тампонского улуса приняла участие в ежегодном фестивале российско-китайской дружбы в Хабаровске. В нем участвуют национально-культурные объединения представителей обеих стран. Все лето на культурных площадках города проходили выступления, мастер-классы. И прошел большой гала-концерт, в котором приняли участие 300 человек, представители 20 творческих коллективов. Здесь россияне из Хабаровска и Хабаровского края, потому что здесь даже есть приезжие из Нанайского района, села Джари коллектив приехал, коллектив из Якутии. А из Китая приехали китайские туристы, которые очень любят национальное свое творчество, они тоже могут его продемонстрировать, именно приняв участие в нашем фестивале, выйдя на сцену нашего фестиваля.